Мне представляется, в Украине прошел государственный переворот, организованный прежде всего внешними акторами партии войны Вашингтона, которая главной целью своей ставит свержение Владимира Путина в 2018 году. Для этого планируется привести к власти ультранационалистов, сделать из Украины антироссию, создать натовскую армию, через 3 года бросить ее войной против России на Крым, одновременно привести массовые беспорядки, революцию типа Майдана. На это уже выделены деньги. Путин мешает им как человек, который не соглашается с однополярным миром.